Buongiorno amici miei, buongiorno con Olga e vi auguro felicità, amore e gioia. Oggi è la domenica e dopodomani è Natale e vi auguro dolce vita a tutti quanti. E per passare la domenica prendiamo un buon caffè con un bel panettone. Un bacino. Всем доброе утречко, с вами Ольга, и я вам желаю счастья, радости, любви, несмотря ни на что. И сегодня хороший день, воскресенье, елки, огни, красота везде, и вам желаю хорошо его провести, отдохните, напейтесь кофе, вкусного сладкого поешьте, и будет все хорошо. И я вам пожелаю всего хорошего. Здесь поспокойнее немножечко, в основном все встречают. Уезжать из Италии мало кто хочет, все наоборот приезжают. А вот какая скульптура интересная тоже, типа, не знаю, что это такое. Ну, этаж, конечно, здесь поспокойнее, елка такая красивая стоит, очень интересная. Вот такое все вот. Ресторанчик. Ля-ля-ля, спокойно, как будто никакой трафики нет. Внизу что творится, и здесь такая красота и спокойствие. Ёлка больно хороша. Народу полно, и трафика даже на парковке. Потому что праздник, на Рождество все едут в Италию. Ю-ху!